Здравствуйте, меня зовут Алина. Я студентка первого курса. В этом году я буду принимать участие в парламентских выборах в первый раз. Предстоящие выборы являются первыми выборами в Узбекистане, которые основаны на мажоритарно-пропорциональной системе, а также это первые выборы для многих студентов нашего вуза. Выборы депутатов – это важная часть для жизни каждого гражданина. Я считаю, это честь выбрать своего достойного кандидата. Лозунг «Мой выбор, моя процветающая Родина» для меня о том, как важно принимать участие в развитии Узбекистана. Лозунг «Мой выбор, моя процветающая Родина» для меня звучит как призыв к личной ответственности, ведь мы сами решаем, как будет развиваться наша страна, и только благодаря выборам мы сможем внести вклад в будущее. Мен Кудратулла Шохрух, биринчи курс талабасиман. Ман бу йили биринчи марта сайлоуда иштирок этаман. Ман учун бу тадбир жуда ҳам муҳимдир, чунки biz deputatlarni tanlaymiz. Deputatlar fuqarolarning ovozidir. Ular kelajagimizni hal qilishadi. Shuning uchun biz to'g'ri ovoz berishimiz kerak. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlar deputatlari sayloviga 1 kun qoldi.